Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажи запчастей по всей России. Всем привет! С вами GSM Moscow. Сегодня мы научим вас, как отличать оригинальные сенсорные стекла для iPad от копии. Существует несколько способов, как отличить оригинальное стекло от копии. Первый способ – это по цвету. Более бледная на копии. Оригинальный, более насыщенный белый цвет. То есть вы можете увидеть. Ну, видео не очень передает цвет. Вот смотрим на iPad'ах, Air'ах тоже. Копия более бледная, оригинал более насыщенный белый, как молочный цвет. Ну, как на вашем iPad'е, должен быть такой же цвет. Но на черных сенсорных стеклах данный способ не подходит. Но этот метод не на 100% точен, так как существуют копии под оригинал, и у них цвет точно такой же, как и у оригинальных стекол. Перейдем ко второму способу отличия оригинальных сенсорных стекол от копий. Проверим сенсорные стекла на олеофобное покрытие. Взяли копию, берем маркер на водной основе и проводим. Маркер скатывается, но очень плохо. Берем оригинальное сенсорное стекло, проводим маркером, превращается в капельки сразу. То есть олеофобное покрытие хорошее. Берем копию. Проводим маркером. Скатывается, но очень плохо. И берем оригинальный. Превращается в капельки. То есть на данных стеклах, на оригинале, хорошее олеофобное покрытие. Теперь берем модуль для iPad Air 2 и проверяем на олеофобное покрытие. Для iPad Pro точно такие же идут модули. Они идут дисплей со стеклом. Но тут я вас тоже огорчу. Это не 100% метод определить, оригинальная деталь или не оригинальная. И теперь переходим к главному, третьему методу определения запчастей оригинальной от копии. Для этого необходимо посмотреть на внутреннюю часть сенсорного стекла, куда подсоединяется фронтальная камера. Вот, показываю. На оригинальном сенсорном стекле вокруг окошка фронтальной камеры есть ободок. На копии такого ободка нету. Похоже на бензиновый круг. То есть вот это оригинал, вот показываем оригинал, то есть как бензиновое такое пятно, на копии его нету. На белых сенсорных стеклах это видно не очень хорошо. На черных видно бензиновое пятно довольно-таки хорошо. Вот вы можете видеть, как оно переливается и похоже, как будто бензиновое пятнышко такое. Мы вам показали три способа, как отличить оригинальную запчасть от копии. Если запчасть проходит по всем трем критериям, то знайте, запчасть оригинальная. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.